ухаживать за ними, мы сегодня с вами будем пробовать встать на мостик с позиции стоя. Вернее, я вам покажу, как это сделать. Еще китайские мудрецы говорили: гибкий позвоночник – долгая жизнь. Конечно же, в последнее время спорту, физической подготовке человека уделяется огромное внимание. Итак, что нам с вами необходимо сделать для того, чтобы встать на мостик с позиции стоя? То есть, какая необходима для этого физическая подготовка? Конечно, мы с вами должны быть гибкими, то есть иметь гибкий позвоночник. Для этого необходимо выполнять следующее упражнение. Итак, мы делаем наклоны назад. Вот таким образом. Конечно, нам необходимо еще делать наклоны и вперед, для того, чтобы развивать гибкость нашего позвоночника. Если у вас нет способности так нагнуться, прижимаясь к коленям, хотя бы вы пробуйте доставать руками до пола, хотя бы кончиками пальцев, это очень важно. Также мы с вами должны делать наклоны влево и вправо. Желательно это делать с помощью вот такого упражнения, которое называется солнце. То есть мы делаем с вами наклоны вправо, влево. Тем самым мы развиваем гибкость нашего позвоночника. И тем самым еще мы обозначаем, конечно, линию талии. То есть талия у нас всегда будет в порядке, если мы будем выполнять такие упражнения. Очень важное значение в выполнении мостика с позиции стоя имеет тренировка плечевых суставов и в целом тренировка рук. То есть мы должны тренировать с вами плечо, плечевой сустав и предплечье, то есть локтевые суставы. Очень важно играют роль для того, чтобы можно было встать на мостик с позиции стоя. Для этого мы с вами будем выполнять махи. Махи вот так вот руками. Вперед, назад, назад, вперед. И вот когда у нас с вами разработана спина, то есть с помощью вот таких наклонов, разработаны с помощью боковых упражнений у нас также левая и правая сторона мышц и позвоночника, разработаны плечевые суставы, мы с вами попробуем выполнить мостик с позиции стоя. Вы должны помнить, что для того, чтобы встать на мостик с позиции стоя, нам необходимо делать основной упор на руки, потому что основная масса приходится именно на руки, когда вы будете делать мостик. И в этом один из секретов. Итак, делаем это постепенно, никаких рывков. Прогибаемся как можно глубже. Стоим в такой позиции. Основной груз идет на руки. И сейчас мы с вами попытаемся подняться с этой же позиции. Вот таким образом можно встать на мостик с позиции стоя. Я вас не призываю, уважаемые подписчики, уважаемые зрители, повторять этот мостик с позиции стоя без тренировки. Предварительная тренировка обязательно, она просто необходима. С вами была Ольга Рубанова на видеоканале Хелька ТВ. Всем пока, до новых встреч и будьте все здоровы!